Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисен Геймс. Мы продолжаем с вами Звездные войны. Так, и первое, в комментариях написали, да, типа спросили, а почему немецкий? Ну, ребят, я вам сразу скажу, потому что первое, что шло по списку, это, соответственно, немецкий язык. Ну, давайте сделаем сегодня, наверное... А, подожди, там французский, итальянский, немецкий был не первый. Тогда французский, итальянский просто я в принципе не знаю, немецкий хоть как-то знаком. Ну да, давай сегодня будем на французском играть. Ладно, а что мы сегодня планировали сделать? Во-первых, надо закончить с Кобахом, да, то есть у нас есть еще пару мест, где мы не побывали. А именно первое место это вот это вот Румор. Да, вот это, там-то... А, я ж там не могу сдвигать кое-что, то есть я пока туда никак. Так, ладно, хорошо, тогда получается вот здесь... Вот здесь... Так, а здесь я и так нашел сундук, то есть, а что я здесь должен делать? Непонятно. Так, и есть еще здесь где-то пару мест. Да, то есть вот раз. Вот здесь, собственно говоря, два. Ладно, хорошо, мне нужен хрен. Мне нужен хрен, в смысле Егорка. Егорка, где мой Егорка? О, пропал мой Егорка. А по пути я смогу найти себе нового Егорку? А, да, вот и Егорка новый. Отлично. Ай, бляха, это не Егорка, это курица. А Егорка? Подожди, а где Егорыч? Их же вроде тут было большое количество, а сейчас нет ни одного. Интересно. Куда все мои Егорычи делись? Так, ладно, сейчас найду себе нового Егорыча и пойдем. Потому что без Егорыча мы не пройдем. А, вот. А я смогу его Егорыча забрать? Давай попробуем. Наверное, не смогу. Comment j'atterris sur cette foutue planète au beau milieu de cette foutue bordure extérieure? О, а вот и Егорычи бегут. Allons faire un tour, BD. Бля. Блин, некоторые языки, они такие прикольные. И говоря прикольно, я серьезно говорю, французский реально прикольный, красивый язык. Но периодически его реально смешно слышать. В этом нет ничего такого плохого, но тем не менее. Так, мне надо здесь наверх забраться. Ага, вот сюда. А, да-да-да-да-да, вон сюда, кстати, вижу наверху. Так, Егорыч, подожди. Я сейчас вернусь. А кто там? Ты меня преследовал, что ли? Опа, это семена. Ты что, куда это? Свалить решил. Ага, значит мне сюда. Подожди. Раз. Есть контакт. Слушай, я, наверное, скрывать своего мнения не буду. И скажу честно, мне кажется, что для роботов B1 французский язык просто эталонно подходит. Такое ощущение, что они рождены просто на нем разговаривать. Подожди. Во. Я, получается, еще на этой птичке могу куда-то улететь. А куда? Опа, новые штанишки странника нашел. Кстати, неплохо сюда заходят.
Так, ладно, здесь мы залезли. То есть, в целом, я смогу здесь улететь непонятно куда, но мне сюда и не надо. Мне на самом деле надо вот сюда, в обратном направлении. А ты меня куда хочешь отвезти? То есть просто куда-то? Эти я пока открывать не могу. Хорош. Ладно, подожди, Егорыч. Ну-ка, давай на тебе поскачем. Так, сейчас я подумаю, как мне здесь проскочить. Направо, вокруг и сюда к птичке, да? А, можно вот сюда налево сходить, да, и сразу прокатиться. Так, подожди, стой. Сюда я пошел, нет? Я опять запутался. Да. Ой, их тут сразу двое. Ёперный театр. Здорово, пацаны. Там ешка, кстати, была цепляться. О, май. Тут война идет. Не буду пока встревать. Во, вот туда мне надо наверх раз. И там еще где-то. Ну давай сначала сюда. Я жду, когда будет испытание с тремя жабами. Если разработчики этого не сделали, то ой, как зря. Так. Хопа. В смысле? Это вот я сейчас не понял. А, мне надо было просто спуститься. А, подожди, а где мой Егорыч? А куда мой Егорыч делся? Я его слышу, но не вижу. Ну, он еще один есть, ладно. Егорыч, иди сюда. Что-то они ускакали от меня как-то. Слушай, мне все больше и больше нравятся приколдесы. Костюм, где одна рука вот такая вот, знаешь, свободная, а вторая рука не свободная. То есть одной с одной стороны рукав есть, с другой стороны рукава нет. Не знаю, с чем это связано. В жизни я бы, конечно, так не ходил никогда. Вот. Все-таки я понял. Хватит жаловаться, я почти закончил. Вот, как новенький. В целом, я... Не-не-не, везде, где нужен Егорыч, он практически везде есть. Вот так вот. О. Это мне зачем? Так, а я цепляться за них не умею. Мне как бы... Ёб твою мать. Ага. А надо было вторую руку отрезать. Что, дурачок, что ли? Да ёб твою мать. Какой-то странный вампа. О, уже 4. Ты кто такой?
бро. А ты где? А где у тебя вообще глаза что-нибудь? А, вот они. Твою мать, сорян, не заметил. Блин, такие прикольные перцы иногда попадаются. Так, а это чест. Ох ты ж, ёжики. Я не буду тебя фотографировать, а хрен пойми, вообще никто не разберет, что к чему. Я видел таких боев со времен чемпионата. Я не видел таких. Мы у вас в долгу. Что ты здесь делаешь? Мы искали самых больших и сильных зверей, чтобы сразиться друг с другом и победить всех. Че? Конечно же, в пределах нашего игрового стола галактики. Галатактика. Точно. И только что ты помог собрать данные о чудовищах. Конечно, как только мы найдем место, где можно устроиться. Мой друг может быть заинтересован. Он владеет салоном у пилона. Ах да, салон в Рамблерс Рич. Это свалка? Я и не знал, что она открыта. Что ж, вот что я вам скажу. Мы более чем счастливы принести галатактику в Пилонс. Отлично. Играть в галактическую игру? В голотактическую. Так, ладно, окей, хорошо, договорились. А, в целом здесь есть, да. То есть, получается, вот эти вот хероборы, я когда-то смогу по ним прыгать. Наступит тот день, наступит тот момент, когда меня обучат какой-нибудь херне, я смогу по ним попрыгать. Ну, в целом, ладно, я не то чтобы против. Так, Егорка, ну-ка стоять. Пойдем. Нам надо еще в одно место сгонять. Хорошо. Ну, слушай, тактику уже определились, да? То есть, как вампу надо выносить. Просто первым делом надо, чтобы он тебя поймал. Как только он тебя ловит, отсекаем ему одну из конечностей. И дальше уже в целом не так уж, чтобы и сложно. Но бьет он, конечно, сильно. Надо было, наверное, на точке медитации посидеть, сохраниться, отдохнуть, восстановить стимы. А потом уже двигаться дальше. Ну, теперь я вижу выступ. Опа. Оу, май. Пойдем посмотрим, что это такие. Слушай, еще говорили, где-то под нашим салуном тоже можно забрать кристалл с очком опыта и ящик. Только я не понял, где там. Добро пожаловать, джедай. Здрасте. La force nous enseigne que la vérité du monde n'est pas toujours celle que nous voyons ou touchons. Le monde se plie à la volonté de la force. Фига себе. Я пройду этот курс столько раз, сколько потребуется. Стойкость. Так. В смысле? А это как это? Подожди. Ладно, я понял тебя. Уникальный не металл. Прикол. Я нашел металл, который не металл. Это интересно. Ага. Это как это? Не понял сейчас. Это типа приколюха такая.
Это как это? То есть мне наверх и не надо было залазить. Ну, допустим. Как все запутано? Осторожно. Я не тренировался с тех пор, как был падаваном. Так, а мне, наверное, сюда наверх надо. Слушай, а мне такие испытания нравятся. Еще немного. Вы должны быть сильными для предстоящей задачи. А там точно смерть Мапупа или... А. Так. Сундук мы нашли, значит, осталось... Так. А по этой стенке нельзя бегать. Я вообще... все понял. Тут два варианта. Либо надо камни местами поменять. Либо... Либо сейчас второй вариант. Подожди. Да ну как так-то? Ух, я и нахуй вертел, конечно. Да ты ж мразь. Ну давай так. Я измучен. Продолжай, скоро все закончится. Мы можем надеяться. Зачем мне эта дичь? Ага.
Так, я... Ты... О! Теперь допрыгну, да, ладно. Бляха, прикольные головоломочки, слушай. Давай. Ой, так это перк прям. А, я ж не могу тут перк посмотреть. Так, ну в целом... в целом можно выходить. Тогда пойдем дальше. Слушай, мы сегодня, наверное, даже по сюжету чуть дальше сдвинемся. Я-то не то чтобы особо спешу. Опа! Это аннулирует урон при падении. Такое читерство небольшое. Там что-то вроде даже в настройках можно отключить. Подожди, надо окно открыть. Жарко просто немного, компьютер греется, как печка неимоверно. Так, окей. Дальше. Мне осталось, в принципе, не так много здесь, а именно сюда пройти. И птичка там еще внизу будет. Вот только как мне туда попасть, большой-большой вопрос. Кстати. А если здесь попробовать? Ух ты, мразь. Сюда, наверное, вообще зря залез, да? Ну, бляха. А как мне теперь слезть? Не, я, конечно, знаю один способ, но... Спокойно, Неко. Здорово, пацаны. Так, а мне туда на неке никак не получится залезть. Блин. Так, надо подумать. Во-первых, отдых. Во-вторых, перки. Перки. Где у меня новый перк? Осколок, ловкость, братство. Стоимость 4? BD1 хранит дополнительный стим для Кэла. Стимы не будут пополняться до максимума, пока Кэл не отдохнет. Так, ну просто максимальное количество стимов увеличивает. Ну окей, но я в любом случае его при всем желании не могу поставить. Так, окей. Цель обнаружена, говорю. Вот здесь вот мне наверх как залезть? Ага. Вот туда вот мне как. Так, они находятся там. Там. Там, подожди. Да ёб твою, я зацепился. Как-то же к ним можно пройти. Чё ты стоишь? Играю как умею. Не, подожди, туда как-то можно попасть. Но только как? Voilà,
шустрый, какой дроид. Это вниз, подожди. Так, стоп. А где там? Я не видел. Где? Только я его никак не опущу. И тут не открывается. Как-то туда можно попасть. Вот прям инфа сотка. Только единственный вопрос, как? Ну хорошо, пока я этого не раздупляю. А, там внизу в любом случае птичка будет. Только зачем я наверх тогда залез опять? Блин, я прям так хочу туда попасть, охереть не встать. Возможно, чуть позже откроется еще что-нибудь. Куда летим-то? Ладно, сорян, я не понял, куда мы летим. Туда вниз? Ну, сюда вниз, наверное, нет. А-а-а. Возможно, сюда. Это даже не переводится. Подожди, а здесь нельзя, что ли? Можно. Только зачем? Интересно. Наверное, это знаешь, для чего сделано? В случае, если типа не долетаешь, то чтобы было за что зацепиться. Ну ладно, допустим. О май. Так, я понял. Ах, опять этот дятел здоровенный. Мне нужно очистить свой разум. Нет, тебе надо очистить свой путь. Ага. Нельзя зацепиться, видимо, пока эта птичка не улетит, да? Я понял. А она? Ну, непонятно, улетит она или не улетит. Давай попробуем как-то ее выгнать, прогнать. Тихо, тихо, тихо. Долго я баланс держу? Тикс. Возможно, я здесь смогу наверх подняться? Что там?
Нека в клетке. Тебе предлагаешь освободить? А здесь нет этого замочка. Я бы открыл дверь. Мне в целом игра не дает такой возможности. Ну, штяк, осколочек. О, здорово, пацаны. Так, это я куда попал? Да твою ж мать. Серьезно? Слушай, здесь почему-то птица не хочет улетать. То есть пока что я не могу туда попасть. Ага. Не знаю, был ли я здесь. Теперь буду точно. Здрасте. Чьи такое? Верстак. Не, не интересно. Вот, сохраниться, я бы тут сохранился. Речной дозор. Так у меня вроде была уже точка медитации с речным дозором. Поели? Что? В смысле? А-а. Это база дозора. До меня только сейчас дошло. Твою мать, у меня сила закончилась. Тихо, 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 не надо. Ты что себе позволяешь, сволота? Вот так вот. Ой, эта здоровенная херня улетела. Да, это башня дозора, про которую кто-то там из неписи говорил. Опа. Допустим. Jette un œil, BD. Ага. Ты кто такой? Не догонишь. Давай еще. Блин, нифига себе, его сдвинуть с места это невозможно, да? Что-то я свою силу-то переоценил. Так вот это я куда забрался. Все, я понял. Подожди, или это не то, куда я хотел? Нет, это не то, куда я хотел. Нифига, это не то, это другое какое-то место. В целом, конечно, это тоже интересно, но нет. А, смотри, получается, здесь я был, там я был. И, по сути, я здесь был уже во всех местах, вот кроме вот этой вот херни. Я не знаю, как туда залезть. С этой стороны туда нельзя. Можно только с этой стороны.
Но как опять же? Это то место, где жаба находится. Все остальное вроде пройдено. Ну, еще раз посмотрю. Румор там еще не пройден. Здесь румора нету у меня подать. А, нет, вот есть румор, да, окей, еще один румор. Так, удалить все маяки. Нахер. Слушай, давай попробуем еще раз тогда к жабе залезть. Жаба это... Ага. Вообще на другой стороне получается. Ну давай. J'ai l'ennemi en visuel. Твою мать. О, вот здесь меня скинь. Стоять, Егорыч. Егорыч! Да твою ж мать, да ты остановись на секунду. Пойдем. Как так жабе попасть можно? Наверняка. Только главный вопрос как? Так, подожди, куда мне? А, ну да, все верно. Получается, у меня осталась жаба и два румора. Все, все пройдено. Ну, по крайней мере, на кобахе. На данном моменте, на данном этапе. Получается, что так. Я понял, как к ним залезть. Все, все, до меня дошло. Смотри. Смотри, 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 смотри. Вот жаба. Вот отсюда к нему заходить. Вот, видишь, летающая хрень, за которую я пока цепляться не умею. Вот так вот. Так, ладно, хорошо. Тогда мне надо сваливать отсюда. Ну, пойдем тогда румеры пройдем. Только мне нужна точка, 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 точка медитации. Где тут ближайшая? Вот она. Блин, чисто позади. Ну, ладно. Ну, возможно, так будет быстрее, если я дойду до точки медитации, и оттуда уже зарис... это... спрыгну куда-нибудь. А подожди, один из румеров же я не могу пройти, потому что там сдвинуть что-то нельзя. Или я что-то путаю. Да ёб твою мать. Это просто растение, или все-таки я семена какие-то подбираю? Мне всегда казалось, что срубая именно это семя, я под... именно это растение, я подбираю какое-то семя. Так, я почти дошел. Нека, кстати, достаточно медленные, чтобы на них передвигаться. По моему мнению. Так, отдых, быстрое перемещение. Так, мне надо, смотри. Вот сюда. Как эта хрень называется? Пещеры Фонки. Пещеры Фонки? А точно пещеры Фонки? Пещеры Фонки это, по-моему, та шляпа, где я там не могу сдвинуть какой-то предмет. Да. А как мне вернуться взад? Так это тут румеры находятся, что ли? Да ну. А вы откуда взялись тут?
êtes plus que guerrier. У меня же силы есть, надо ее пользоваться хоть периодически. Ты че, ты слезть хотел? Хера себе, толкаются. Они ползать, наверное, умеют еще. Подожди, а где тут румор? Здесь не было никакого румора. Так. Вот эту зеленую хрень пробить, там будет румор? Да ну нафиг. А я ж не умею эти зеленые хрени пробивать. Укрытие ребенка. Какого? О, интересно. Encore un autre éclat. А зачем мне здесь Егорка? Подожди, 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 Егорыч. Стой, 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 стой. Tout sans sel. Ты здесь не просто так. Вот здесь зачем? Ёб твою мать! Не, не получилось. Давай еще разок. Пойдем. Мразь. Ну прицела нет, я не могу понять без прицела, как мне, куда, зачем и почему. Двух жаб было проще убить. Да ёбана в рот. Не, серьезно, ну как бы нет прицела. Как я должен хоть что-то куда-то примерно как-то. Это не румор, нихера. Подожди, это они за румор будут считать, что ли? Бляха, походу, да? Угу. Так, не, ну ладно. Я в целом не против. Ну, это не румор. А может и румор. Хорошо. Пойдем тогда сгоняем на базу.
вообще все пропало. На базу, там у нас еще один румор остался. Ну и можно в целом дальше уже по сюжету двигаться. Как я понял, где-то в подвале, да? Нахер иди. Надо же, кстати, растения посмотреть. Тут же великий садовод. Во. Здесь, наверное. Нет. Румор. А где это? А, это наверху, где аквариум. Это второй этаж. Если не третий. Второй. Салют, 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 здоров. Нафига тут народу-то уже так-то, мое почтение. Позволь мне сделать надлежащее представление. Я Пхима Ок, а это мой помощник Тулиму. Так, подожди секунду. Ага, все, можем продолжать. Как вы видите, мы устроили голотактическую игру здесь, в салуне Пилона. Я Кэл, рад, что вы вернулись целыми и невредимыми. Я бы сказал то же самое тебе, но кажется, нет никаких сомнений, что ты справишься сам. Я вижу, у вас есть дроид-компаньон, а они могут пополнить вашу голотактическую колоду, сканируя бойцов. Понял. Чем больше сканов соберет BD, тем больше у меня... А это галактика героев только... Хорош, так подожди. Так, это понятно, тратьте очки битвы. Ага, давай. Разблокированы новые юниты. Грис. Ну давай кто попроще. Ты не ори на меня. Так. У меня 6 боевых очков. Так, Империя. Рейдеры, фауна. А, интересно. Я не могу понять, это штурмовики, рукопашный бой. Это вот эти херы. Нет, вот эти. Командир разведгруппы. Это командир штурмовика. Давай. Все? Так, 12. Охрана дроид дубинка. Командир десантного отряда Пурги. А, так это вот он и есть. Может, двоих БХов туда запихнуть? А давай рискнем вот эту халабуду поставим, да и все. Я бы вам попоставил на самом деле. Хорош. Блин, прикольно, мне нравится. Так, допустим. Что за награда? Ну, такое себе.
Подать мне следующего. Не, сегодня мы не пойдем на последний румор. Так, это есть. Дальше Гриз. Я понял, что имперцы, они вообще ни о чем. Так, два петуха и имперец. 16. Два петуха и имперец. Ну, я тогда возьму, наверное, опять же, вот этих двух чуваков. Я же, по идее, могу сэкономить, и мне эта энка зачислится на следующий раунд, нет? В смысле, петух убил с одного удара? Ты слышишь? Так, мне нужен кто-то прочный. Ну-ка нахуй. В смысле? Да не может петух уделать вампу. Бред. Хорошо, бля. На. На. Ну я тебе три петуха поставлю. Учись, бляха. Так. Четыре штурмовика, два ручных, два стрелка. Блин, ну петухов тут не хватит. Ну, допустим, вот два петуха возьму. Еще 9 остается. 9. Давай, наверное, вот этих дурачков поставим. А что-то в прошлый раз он убивал их с одного удара, а сейчас добить не может. Не, все нормально. Так, хорошо, повезло. Боевочки переносятся. Третий раунд. Опять 19. А куда у меня что переносится? А, потому что по 16. Вот этот вот хрен здоровенный. Я не знаю, что с ним сделать. Насколько он опасный. Три. Ближний бой. Блин, ближний бой ни о чем. А давай попробуем, знаешь как? Горока. Вот так, у меня остается еще 5. И сделаем... Ну так, одному мы точно сразу вырубим. Так, есть контакт, уделали. О, пилот. Ништяк. У меня еще один соперник есть. Тулакт. А, он у меня не один. Здесь я за усики еще смогу посражаться. Еще за какую-то хрень. Ну давай еще одного уделаем сегодня. Надеюсь. Так, сколько? 16. Да на петухах. Нет? Pas la moindre chance.
О, все, петухи зарешат. Бляха, петухи тут вообще жесткие. Они прям вообще нормально. О, так, два ближних боя, три дальних. Два ближних боя, но это петухи. Так, а вот дальний бой на 9. Можно в целом даже, наверное, охереть и прямо отзеркалить. Ой, какие же они тупые, мой с гранатой побежал в бой. Да, согласен, это, конечно, было глупо. Не-не-не, давай еще раз попробуем. Погоди. А, в первом бою у нас три петуха вроде затащили, да? Опа. А сейчас не затащили. Так. Это подожди. Шесть. Шиверпет. Что ты умеешь делать? А он умеет под землю зарываться? О, да он пока дойдет. Вообще бесполезная херня. Так, ладно. Не, ну я думал, что он под землю зароется и перед соперником выпрыгнет. Угу. Так, я тебя понял. А, я тебя понял, подожди. А, мне, наверное, нужен тот, кто возьмет на себе удар. Так, у меня 6 осталось. Во. Ой. Нифига он танкует. Блин, он вообще четко танкует. Так, ты подожди. Я его чутка недооценил. Так, и мне нужен кто-то еще. Штурмовик. Бляха, ну штурмовик же никогда не попадет. Ну давай поставим. Раз. Блять, игра сломалась.